Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики канала Пират. Всем привет. Женя, дружим. Всем алоха. И Скиф. Привет всем. И Вульверин Гейм, соответственно, да. И мы с вами продолжаем играть вторую, и сегодня снова мы с вами попробуем убить чертову пчелу. Почему чертову? Пчелу. Потому что она чертовая. Может, может она ангелочек в душе? В душе? В душе. А в душе она бабочка. Душа. Душа, в душу. Куда вообще идем-то? Не знаю, ну, пират сказал, приведет нас к успеху. Ну, я ему пиратом верю. Он сказал, хочешь, я буду твоим продюсером? Что? Я говорил, ничего такого. Да, я такой, да это нормально. Это мой. Жека, ты не туда упал. Да, Женя? Да, Виталий. Да, Женя? Да, Виталий. Да, Женя? Свои фантазии калавер. Не-не-не-не-не-не. Свои, да, сами, да, да, калавер, да, несчастный. Калавер несчастный. Ты довольно счастливый, но правда не калавер. Ой, да, нажми, Виталий. Ой-ой-ой, медузу убейте кто-то. Ой, она меня... Так, я уже чувствую успех прям. Медуза умерла. Гаргантюа. Конишуа. Что? Куда идем? Вот! Туда? А вон снизу, да? Да. Капец, у меня по-прежнему нет факелов, надо было хоть купить. Все, мы прибыли. Я же говорил, недалеко. Помогли, что ли? Ой! Красавец! А я не видел, что она там, я просто пульнул туда! Женя! Я просто пульнул туда, хотел осветить! Нормально. Ой. Молодец. Молодец. Скивы снесли. Ну у меня здоровье меньше всех, что вы хотите. Женя, ты просто вообще молодец. Да хрен знает, я ж не вижу, как ты пират предупредил бы. Короче, виноваты, молодец, не ищем. Молодец. Ой, что это там? Что это там дымит? Где дымит? Что дымит? Ой. Надо ее наверх. Ну так сейчас скиф респаунится и, короче, надо как-то это, да? Я еще до сих пор респаунюсь долго. О, респаунился. Блин, мы по ней даже не попадаем. Да ну ты не сужу. Прыгайте в этот, в её жёлтую фигню, она жизни хиляет. В её жёлтую фигню? Жень, ой, что это? Что это? Что? Она меня присосала! Серьезно, она меня засос пчелками. Женя присосала. Совсем голды было. В том-то и дело, было. Да я это то, что мы купили в следующий день. Не жаль, это засасывает. Засосет до смерти, да. Дрожа, какой ты красавчик. Ауч, бля. Засосабельный. Так, что-то я боюсь напомнить. Короче, мне к вам идти? Да, беги. Ну, давай уже. Если сможешь. Навстречу губам. Выходи, если сможешь. С поломанными ногами. Не, тут без выход. О, идея гениальная! Воу! Как тебе телепортнуться? Я хотел взорвать ее? Да, я ее взорвать хотел. Она прилетела на кой хрен? А, шайтан, вы чё? Она к тебе прилетела? Да! Стой, где ты? Где ты? Я не вижу тебя. Я дома? Вот он. Где вот он? Вон он. А, всё моё, а я его на карте ищу. Ты не его ищи, ты, блин, чё? А звук чё такой? Где она вообще? Где она, ёптать? Исчезла, звук нормальный. Ой, пчела, где ты? Кто ж тебя там бьёт-то постоянно? Надо? Не стойте вместе! Стойте по отдельности! Чё там у них хп творит? Эй, я стукнул! Я упал из дома. Воу! Я съел кто-то! Пират живи! Живи, мы тут резаться будем, мы как эти... Леминги. Нас много, но мы все умираем. Нихера на пчел выпускает. Ну, а ты думал, в сказки попал? Давай! Ой, я убился. Резайся! Молодец, конечно. Ничего, что я сейчас сдохну. А че я? О, я резнулся.
твою мать, я умер. Живите. Сорян. Сорян. Вы вместе не стоите, чего вы стоите-то в одной точке? Я уже почти умер, я ухожу. Я не живу, Женя, похуй. Это печаль. У меня почти нет жизни. А 7 кил, я жизнь. Вы чё, ё-моё? Да, живите. Вы чё, у меня 7 кил хп? Ты белок-то, у меня ни хилов, ни хрена, ни жизней. Чем я её убью? Шакрамом долбаным. Господи, вы чё такие долбаны-то все? Я не достаю шакрамом. Ой! Блин! Я снова умер. Я умер! Я на ней скакал! Как по скаку, я от падения я умираю. Фоне наездницы, ёптить. Чё, где пчела-то? Скив, хил. Да вот она! А? Так, ухожу. Аш. Да какой аш-то мне откап? О, нашла. Понятно. Всё понятно, Виталий один. Беги от неё просто в одну сторону. Стрелок да. Танкует охеренно просто, вообще. Нам рановато по-хорошему лезть, надо больше. Нормально, небесцы. Я просто не вижу, я куда, хоть куда стреляй. Нормально, сейчас убьем. Так, главное. Твою мать, не туда запрыгнул, что ж такое-то? Где она? Почему у вас так стрелок? Вау, мне не вдупилось, стрелок есть. Ой, опаная фигня. Вот. Зажал. Зажал ее, хватай, Виталя, зажал. Зажал, барабан еще залатал, хватило. Зажала, дергай. Да ее. Что за подвох? Ребята, у меня скоро патроны кончатся. Это пчелки ее нас убивают. Слушали, но. Да ты че? Они мелкие такие, как противно. Она очень много их. Ой. И очень много. Ну ничего, пол жизни выбили, давайте так с клеммингов. Я просто вслепую стреляю. Я на ней. Ой. Ну, умер счастливый, че, верхом на себе. Это как увидеть Париж и умереть, тут подскакать на пчеле и умереть. Бессмысленная глупая смерть. Так, иди сюда, пчела. Да, пока да. Намотаю на шакрам, иди сюда. Намотун, блин. Сейчас намотун. А я умру ща от яда. У всех мини-акулы были, чего вы мини-акулами-то не пользуетесь? Да у меня нет. Я только с мини-акулой стреляю. У меня 300 патронов осталось. Я вообще уникальный маг с шакрамом, у меня нет ничего нормального магического. Живи! Виталя! Живи! Виталя сейчас умрет, нахер! Нахер не умирай! Нажало умирай! Ау! Смотрите, где пчелки застряли. Вон они маленькие! Ой, маленькие! Воу, что за подвох-то? Что на речке метелит-то? Пчела, ты что, детская такая, где она? Ой, меня акула выбросил! Брось её, ты уронишь, Виталий. Ой. Блин, почему я... Что? Патронов нет. Я тебя не слышу. Патронов нету. Пуль нету. Я могу скинуть. Ой. Так, чё, кто жив? У кого есть мини-акула? Я скину сейчас в доме. Окей? Воу-воу-воу-воу. Так. Бёски, давай живи. У меня нет всем бутылок. Хп. Остался я с 33 хп. Пират отрезал. Живём, ребята, живём, давайте. Ну. Я её вообще слаймом бью, по большому счету. У меня больше нечем. Пират, ты скинул, нет? Да, скинул. Тут нету патронов. Мы по 20 раз умерли, 3000 скинул, я много скинул, не надо говорить, что нету. Да просто мы все понаскидывали уже, правда. Задержкой. Ох, ёп. На кого-то крыса опять наагрилась. На меня. Вон она наверху. Бейте, чуть-чуть осталось у неё. Ой, мне чуть-чуть осталось. Ой, я жду. Сердечко. Умер от пчёлки.
С кем живем? Соник! Твою мать! Надежда на Соника! Твою мать! Беги куда-нибудь! Сакура! Вот 24 хп! Кто улетает, нет? Да. Все, никто. Нет, никто не. Вот я первый. А толку? Да, ну блин, ребят, прости, сорян. Ну бывает, да. Ну не, что-то как-то не помогло. Да. Эх, мы были так близки. Да, мы слабенькие еще, блин. Но. Сердец ни хрена не упало. Все патроны не покупают. Ну у меня вообще 100 жизней. Еще как бы, че кого. Че делать, блин? Да у меня ни посоха нет, ничего, надо посох какой-то смандречить. У нас алмазы есть вообще, нет? Я надобыл что-то. У меня есть аметисты и меч сапфиры. Алмазов, я не помню, по-моему, штук 10 надо, короче. И да, мы с Киву сможем сделать посох из этих... С алмазом. Так, я на баг вообще попробую что-нибудь замутить. Да, у нас в метеоритной броне же носится кто-то. Ну, кто? Я, наверное. Нет. Я Shadow Hellman. Shadow у меня. Не-не-не. А метеорит падал, но мы его не находили. Так пошлите искать метеорит. Публины, да, не метеоритный пуль, шадл. Метеоритный пули сделаем, ребят. Ну, хороший вариант. Они же все-таки рикошетят как-никак. Еще так, в чистом поле это не очень. А, там есть ее шмутузить. Вот там нас пчела тоже уфух. Ну, да еще как уху. Надо сделать какое-то... Мне кажется, лучше найти было бы эти всякие, как их называют, сердца, там, улучшить наше ХП. Да, ну, я нужен. Надо все улучшить. Ну, пошел туда искать метеорит. Я с тобой, Виталь. Слетит голубой метеорит, да? Голубой метеорит? Не видел этот мультик? Виталий, я такие мультики не смотрю. Команды. Да вот, кстати, я бы тут поспорил. О! Ты даже не помнишь. Спорим на дозу, да, так? На дозу мультиков. На дозу маргарина. Внутривенно. Блин. Что это? Херб баг? Что? Чербак. Херовый баг, все нормально. Какой-то херб баг нашел, ребят. Выглядит как снеговичок. Мешочек с травами. Окей. Правой кнопкой. Все чудесатей. Да у меня полный инвентарь. Правой кнопкой, там типа. И там в эти появляются эти семена всякие. Хорошие, да. Ну я вам отдам. Это вы у нас травники. Так. Кирал на цепь какие здоровые, блин. Грек, я тебя должен убить, песочный слайм. Отдай свой слайм. Так, о! Так, у нас гоблин это уже сражение же было, да, получается уже? Да. Да. Было что-то. Стрекоза пошла прочь. Белая? Я дошел. Белая стрекоза. Кого нашел метеорит? До конца карты дошел, начал с другой стороны. Блин. Он может быть вообще на воздушном острове, у меня один раз такая тема была. Может быть такое тоже. Я такой найти не мог, ну что за фигня такая. Потом острова давай шукать, и нашел на острове. Остров врезался. Вот. Так, а мы червя убивали, да? Много-много-много раз вы еще на нем прыгали. У нас броня уже есть, уже жек теневая. И у меня есть. У меня. У пирата есть, у Виталий вроде есть. Так, я в платиновый. У меня-то все хорошо с броней, мне оружие только надо. У меня-то магическое есть, мне надо только, чтобы чем-то колдовать. Мне нужно это, некро броню. По идее, самые прикольные вещи будут. Ну, это надо данж открыть. Ну, я говорю. Некро броня, там кости, все паучками все сделать. Шикарно будет. Что нам надо-то? Кто тут стол бы построил? Костик, дичка! Долгая и страшная история. Стол бы не знаю, столбы видим. У меня столбы. Некоторые столбы.
видел некоторые. Стоп, а что у меня 14 хп, что я не понял, Юмура? 17. Ну ты просто экстремал. Мало. Нырнул с пираньями, блин, в одну штуковину, нормально. Надо было в две. Под колонной пирата. Да я ж водяной. А! Водяной кемпер. Новая разработка от пирата, да. Виталий, пока. Ты куда упал? А, у меня ты упал. Маги. Кировые баги же. Нет, ты упал. У нас же Gravity Potion есть, можно поискать острова, кстати, воздушные, потому что всякие ништяки. А я так все еще и в джунглях роюсь. О, я полетел, короче, беру два деля. Женя, полетел, слышь, Женя, у нас мешочек стырил, слышь? На чужой мешок не развивай роток. Он стырил наш мешочек, и теперь он летит. Этот Скиф, тебе же говорили, твои таблетки в левой полке. Ты что, мой личный единорог мне прописал, ты что? Личный единорог. Ты не тем маслом пользуешься, не тем маргарином. Мы вроде бы не в хардмоде, чтобы там единороги были. Ой, у меня окно свернулось, черт. Такое, правда? Да, свернулось. Такое, кажется, таблетки действуют, окно свернулось в реале. Блин. Свернулось как молоко в плане, да? Да, конечно же. А ты думал? Капец, мне поменяли на цветок, какие-то бутыли цвета говна, реально. Потому что говняный цветок был. Это точно, пипец, нафиг нужно. Немножко засранный. Ха-ха-хи-хи. Так, сейчас кому-нибудь подкину это говно. Так, тихо, это маг меняет, да? Кого? Кого на что меняет? Блин, а как там? Вот у меня зеленый гриб. Как мне его поменять? Зеленый гриб. Все понятно. Не, серьезно, ребят. Отпусти его, чудо трава, пожалуйста. Понятно, все с вами. С нами ты, это с собой все понятно, Женя. Наркоманы. Сам такой. А что надо? А вот у меня один только грибок. Я хочу все сделать зеленым. Иди сюда, и тут, на этом. Так я уже сделал. Да надо больше грибов. А я не находил больше грибов. Я ищу острова. Острова. Розовые пони. Он надо мной прям летит. Меня Феррари. Я, как правило, понимаю, что нашел остров, когда убиваюсь об него. Башку баба. У меня подковки-то нет, чтобы не падали, это не биться. Тут бабам такой башка. Так ты можешь... А, ты же можешь сейчас убиться, а, хлоу? Я тебе про что и говорю. Я только что сообразил, о чем ты говоришь. Чё я крикаю? Чё я все покрикал? Так, пока не видать чё... островов. Где этот голубой метеорит, бляха-муха? Похоже, что ты елдай под земли. К чему это, Скиф? Хорошо, что я, да, ничего не услышал. Метеорит там. Метеорит. Чё вы? Голубой. А чё? Голубой метеорит. Голубой метеорит. А я нашёл остров. Голубой метеорит остров. О, шарик надувной. А бывают другие. Ребят, скивы больше не надевайте. Ой, у нас точно метеорит падал, я что-то не помню. Что? У нас, по-моему, метеорит-то падал или нет, я что-то не помню. Падал, падал. Падал, падал. Падают, падают. А если не падал, то еще упадет. Падают дрожжи. Нет. Да. Так, дальше еще. Какие все там искатели островов. А я уже нашел один. Наркоман. Будижественник. Будижественник. Наркоман, будижественник. О, еще искажение где-то. Так. Искажение нам не страшно.
Так, я не помню, тут каких-нибудь посохов нельзя найти магических. Это твои можно... стрелы тут летают? Ну чьи? По-моему, меч есть, который звездами шмалят. Да-да-да. А вот посохи я не помню. Еще один прилетел бы. Вы телепортируйтесь на меня. Зачем? Просто убьетесь, весело. Я в небе лечу так-то. Что-то нету метеоритов. Иди нахер отсюда, гребаный глист. Это ты, Женя? Что там? Нет, это не Женя. Хотя? Я прям так похож на глиста. Да. На толстого такого хорошего. Борода. Борода? Ну. Съел слона. Жигурда. Жигурден. Давайте. Больше непонятных слов. Глист, гребаный метеорит. О, я нашел Стрэндж. Стрэндж? Плент. Или чё это? Стран. Тут дедок. Интересно, что будет, если с ним поговорить и призвать кого-то? Ну, призови, поговори, чё. Ты хочешь смерти нашей, да, Тарат? Ты знаешь, сколько у ХП там будет? Нету метеорита. What the fuck? Ты до конца дошел? Да. А нам писали вообще, что метеорит падал? Да, писало, по-моему. Что, пошли, значит, он может быть в остров врезалось, как я и говорил. Сейчас я тогда пошел сферы бить. Да я шучу, я добываю. Воу, так, гарпий, значит, где-то... О, я жив. Тут тупо... О, сундук подводный. Ладно. Где? В воздухе. На острове. В воздухе. Ага, остров. Водой. Это так логично. А там сундук в воде. А там ласты. А где ласты? Я что-то вот не понял. В сундуке, на воздухе. Ласты. А воздух где? В воздухе. На ластах? В лимонном пироге. Как-то он неудачно упал, да? Нормально. О, еще остров. А что вы делаете-то, ёп? Метеорит добываем. Короче, вот так вот. Психопат. Жека все собирает. Подкова. Кто там что? Пар черепов, что он лупал. Откуда у тебя столько бомб? У меня есть зелье, как появляется. Да, ребят. Я умер. Это когда-то должно было случиться. Так, к тому я три острова нашел, обе четыре ли? Я ракушку нашел. Ракушка. Вот ракушка. Ааа, 5 секунд в небе, 4 секунды. Я начинаю падать. Делаем Mirror H. Mirror H? Твою налево! Бляха муха. Меня в джунгли запулило. Нафиг. Наркоманы. А, я... Так, сейчас мы чё-нибудь с чем-то объединим. Чё это там топорщит-то так? Там порвалось. Эй. Да. Бум, где станок? То сколько метеорита достал? Главное, у меня дома станок. Какой станок? Ты о чем? Для бритья. Что? Что? О, шарик же надо достать. Спектральные ботиночки. Шикарно. Больше нет у меня. Метеорита 97 всего. Всего? Хорошо, я продам, пожалуйста. У меня 20. Так. О, что еще? Ласт нафиг не нужна. Так, у нас где свинюшка стоит? А, вот она. О, а я свою забрал. А что нам с метеорита надо? Пули. Кого? Пули будем делать метеоритные. А? Ага. А, так. Я не понял, а что... Да я только... Ну, такой дурацкий, все что ли? Кто?
шарик я объединил. Стрёмно. Там тройной прыжок у тебя. Ну вот один всего. Пират, смотри, что у меня есть. Ой, скиф, смотри, что у меня есть. I believe I can fly. Сейчас тебе будет I believe. А у меня есть подкова, я теперь могу падать и не убиваться. I believe. Это надо мне. Я всегда падаю и убиваюсь. Такой сразу, это надо мне такое. Ну я знаю, что мне надо. Опять кровавая, да что за жизнь-то пошла? Патроны. Кровавая. Патроны. Патроны где? Так, джангл. О, серебряные пули! Нафиг, нафиг. Серебряные пули! Пули? Закупаемся. Так, а продают серебряные? Да. А, в кровавую луну, да, там что-то должно новое продаваться у кого-нибудь. Нахер тогда метеоритные. А где это наша, эта бобёнка джунглевая? Где она там? Вон она там. А вон она колдует что-то. У неё же там какой-то... Я куплю одну К. Скип. Из грибов. Хорош, а? Хорош. О, злой кролик! Ааа, что за фак? Бакс Банни. Чё за... Это... Фак, я убиваю! А почему она на дворе? Пингвин охраняет дверь. Пингвин охраняет... Что? У нас пингвин дверь охраняет. Я чё-то не то сказал. Чё-то вы там совсем онаркоманились, ребят. На место, на место. Ух ты, ёп. Там эту побеждают. Она вот что-то колдует. А, победили. А как патроны из метеорита делать? Ну, метеорит плюс пули мушкетные покупаешь. Да. И слитки метеоритные нужны. А, и вот, да, вижу. И один слиток плюс 50 мушкетных пуль, 50 метеоритных пуль. Все, я нашел. 70 просто. Ну серебряный что, лучше намного, чем метеоритный? Или ну нет, метеоритный лучше. Метеоритный... Ну серебряные они... Дешевле. Нет, ты не понял. Серебряные они да. Что? Да. Просто они да. Они да. Они просто да. Короче, я серебряные закупаю, да и пофиг. Нет, я серебряные все закупаю. Не, метеоритные от стенок толкаются. Вот такая. Нет, серебряные, понимаешь, взамен просто обычных мушкетных. Да долбаный зомби валяют. А, так, серебряные и метеоритные ничем не отличаются практически, но... Да, они только всего один раз отпрыгивают. Кто? По дамагу не отличаются и по криту не отличаются. Ох, я, короче, 4 слота серебряных пуль накупил. Ты говорил, сколько я купил? Короче, я поставил метеоритные слитки в сундук, кому надо, надо скрафтить. Все равно есть место. О, кто-то еще опять сдох, ребят. Так потом оживут. Кто посмел? Так, ладно. Чё у нас? Какой план-то дальше? Не знаю. Вообще не, без понятия. Убивать. Хороший план. Я знаю. Киф одобрил. И сдохли они часто и счастливо. Скиф, а чё ты не юзаешь эти, как, звёздочки? У тебя максимум уже? Да, уже давно максимум. Только ну, тогда... некуда тратить этот максимум. Тогда я себе сделаю тоже. Если не и монет тогда можно продать. У меня денег нет, он, блин, ладно. Я повыронил. Отчасти. Так, надо что-то перековать, наверное. Где этот упырь? Или кому-то он тоже там. Магия нужна? У меня 5 синих звезд, надо кому-то? Не. Не, пока что мне не надо. Мне потом надо. Я же буду я призывать. Перековал, отлично. Перековал. Ну ничего не перековал, за 5 голды. 50 серебра. Это мой вариант. Ага. Ну все, нет денег. Так, а маг умер, да? А не, вон у меня маг. Мага. Мага, мага, мага. Ребят, пора заканчивать серию. Мага, мага. Мага. Так что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Евгений Дрожжин. Да, спасибо.
Пират. Всем пока. Киев. Пока всем. И я, соответственно, Виталий Вульфирин. Всем пока-пока, ребят. До скорых встреч.